Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня вместе проведем мой день. Сейчас я собираюсь в City Center. Мне нужно кое-что купить. Посмотрите, какая сегодня солнечная, потрясающая погода просто. Я сейчас иду на остановку. Она прям в 2 минутах от моего дома. Thank you. Сейчас я нахожусь в центре. Это место просто супер эстетикс. Сейчас я хочу устроить себе мини-шопинг. Хочу сначала зайти сюда. Я купила себе чехол для планшета. Он оказался очень большим, теперь не помещается в мою сумку. И мне приходится его просто таскать. Собственно, я пришла за этим ароматом Brazilian Car. Розовенький. В последнее время я прям обалдею от этого аромата. Какой вам больше нравится? Возьму в таком среднем объеме. Thank you. Смотрите, какой миленький пакетик, просто прелесть. Следующая остановка — Шарлотта Тилбери. Смотрите, как тут красиво обрось, да. Теперь я хочу сесть в своей любимой кофейне, чтобы посмотреть вебинар моего психолога Инессы Литвиненко. Может быть, вы знаете. Обожаю кофе в кафе Нира. Просто. Смотрите, как здесь уютно. Супер коузи. Hi, can I get coconut latte? It's all the takeaway coffee. You can sit in, it's just the hot wash is broken. So... вебинар, который хочу сегодня посмотреть, он будет про финансы, о том, как паттерны наши влияют на наше финансовое положение. У Инессы я смотрела очень много вебинаров, я покупала, я просмотрела весь ее YouTube, в общем, я ее фанатка. Представляете, сидела, хотела снять видео для блога и познакомилась с девочкой. Она оказалась тоже русскоязычной, русский знает, из Турции. Приятное знакомство. Обычно этот марш проходит по центру. И идет до Дерби Сквер. Thank you.
так как сегодня воскресенье, людей достаточно много в центре. Дослушала только полтора часа своего вебинара. Я не дослушала до конца, но при этом у меня просто впечатление на высшем уровне. Я обожаю Инессу. Несмотря на то, что вебинар про финансы, но он с психологической точки зрения опытного психолога, поэтому можно взять туда огромную пользу. Здесь так сильно орёт музыка, я надеюсь, меня было слышно. У нас bus station. Я сейчас иду в свою остановку. Ну что, я уже дома и хотела поделиться тем, что я купила сегодня. Тоник от Шарлотты. Я взяла в маленьком размере, потому что не знаю, насколько он мне подойдет. В большом объеме цена достаточно высокая. Я взяла на пробу, но если не зайдет, то я обязательно приобрету. С вами поделюсь тоже. Будем тестить. Второй лот у нас, ну, как я вам уже рассказала, я просто влюблена в этот аромат. Просто. На этом я с вами прощаюсь. Я сяду монтировать видео, и надеюсь, уже сегодня, в это же воскресенье, я его выпущу. Пока-пока.